Комфортный город для любителей покататься с ветерком. Чебоксарские велосипедисты совсем скоро смогут испытать современную трассу, которую уже начали прокладывать на столичных улицах. Как воплощают данный проект в жизнь, сегодня показали журналистам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Там, где раньше была только разметка, появятся бордюры. Дорожки станут шире, теперь на них разъедутся и два встречных велосипеда. В городе начали создавать более совершенную велотрассу. Она проложена от пешеходного моста на заливе и проходит по центральным улицам города. Протяженность этого маршрута превышает 7 километров. Сейчас необходимо реконструировать самые проблемные участки. Работы уже начались. Дорожку надо сделать так, как на Западе. Чтобы не было ступеней, чтобы были везде пандусы, причем очень пологие пандусы, чтобы не трясло на дорожке. Вот этим мы занимаемся. Был разработан проект, сразу все не делается. Проект вышел стоимостью 18 миллионов. Любители прокатиться с ветерком на своем пути не встретят преград. На этом участке строители прокладывают новый асфальт. Здесь вместо крутых лестниц установят пониженные пандусы. На Красной площади обычную разметку меняют на специальные бордюры. Работы идут по графику. Новую велотрассу в городе оборудуют уже до 15 июня. Но только одним 7-километровым замкнутым кольцом дело не ограничится. Для велосипедистов в Чебоксарах будут создавать и другие трассы, по крайней мере, там, где это возможно. В городской администрации принято решение проектировать новые велотрассы. Дорожки при строительстве новых микрорайонов. Новая велотрасса городу необходима, говорят жители. Создавать эту сеть в Чебоксарах начали в прошлом году. На центральных улицах появились временные разметки. Сейчас столицы решили пойти по опыту Европы. Удобнее для пешеходов, чтобы пешеходу там не сбить, потому что сейчас по сторонам не смотрят. Там кто сзади едет, не знаю. По дорожке едет, уже знают, что здесь велосипедист должен ездить. Я считаю, что нужно, конечно, развивать спорт, чтобы у нас люди был стимул свободное время проводить активно на отдыхе, на воздухе, на свежем. Ну что они сейчас по дорогам едут, дети катаются. По дорогам может и под машину попасть. А по тротуарам движением людям мешает также. Но специальные дорожки, чтобы катались дети. Опыт прошлого года показал, что только после появления разметки количество несчастных случаев с участием велосипедистов в городе сократилось в разы. Новая трасса, говорят столичные чиновники, будет отвечать всем требованиям безопасности. Дмитрий Ковалев и Василий Алексеев. Республика.